С песнями, танцами и хорошим настроением ученики 4-й и 25-й школ Череповца, а также активисты ТОС Содружества собрались на Курсантской набережной, чтобы сделать свой город еще чуточку лучше. Благодаря стараниям череповчан здесь появились ивы и краснолистные клены. Всего 34 новых дерева. Выбором деревьев занимается служба озеленения спецавтотранса. Подбираются деревья максимально устойчивые, те, которые смогут быстро прижиться и расти, набирать рост и силу на территории набережной. Здесь достаточно сильный ветер, специфическая почва, поэтому именно такие деревья были выбраны. Почва на Курсантской набережной действительно очень сложная. Копая посадочную яму, активистам пришлось выкорчевать немало камней. Высадка дерева также дело непростое. Сначала нужно пролить почву водой и установить саженец строго вертикально. После этого засыпать корни землей до определенной высоты и сделать лунку. Затем снова пролить водой. Заключительный этап – мульчирование. Я чувствую, что я делал доброе дело. Делаю добро городу. Сажаю деревья, которые будут очищать наш воздух. Это очень интересно, как минимум сажать, и что на набережной больше будет деревьев. То есть как для общей инфраструктуры, в принципе, будет, меньше пустоши. Это уже не первая акция озеленения Курсантской набережной. В прошлом году здесь появились 14 крупномерных берез, а также кусты спиреи. А осенью 2020 года посадили сербские ели и шаровидные ивы. Задача у города – сделать город не только лучше, но и чтобы он еще был более зеленым, привлекательным. Вдобавок, набережная, она привлекает притяжение воды. Много людей гуляет, детей, бабушек и наших жителей. Озеленения планируется достаточно много в этом году. Это одни из первых мероприятий. Все саженцы, которые высадили на Курсантской набережной, крупномерные, более 3,5 метров высотой. Такие, по мнению специалистов, хорошо приживутся и уже с первых лет будут радовать горожан своей красотой. Ухаживать за зелеными насаждениями будут сотрудники спецавтотранса. На предприятии создана специальная бригада. Алена Колчина, Сергей Павлов, новости.